Ну, я работала. Что случилось? Ну, хорошо. Ну, давай. Можешь с утра зайти. А с кем-то ты поешь стересолта? А что это будет? А, у вас тестер. Ну, хорошо. Мы же договорились, вроде бы как. Набирай, набирай, набирай туда!
Конечно. Он же не у меня столько кушает. Не, ну на то бабушка с дедушкой существует, чтобы баловать детей. Меня тоже так баловали. Огурчиком свежим, черной иночкой. Это все в памяти. Да ты знаешь, даже когда я была взрослая, я встала посуду мыть, а бабушка мне говорила: «Посиди», говорит, «поверь мне, ты еще столько намоешься». Ты говоришь, что да, мама, говорит, во время игры такой ливень шел, вообще не знаю, бедные, как они бегали. Да. Ну, сейчас нет, сейчас уже перестал. Ну, буквально, наверное, целую игру он шел. Час, да. Ну, посмотри, ну, погода и состояние, ну... Да я так скучаю, я сижу так думаю про него, думаю. Крылышками. Ну, один, потому что с одной стороны это пыривает, а с другой еще нет, да? Два. Один за маму. Один за маму, один за Андрюшу. Нет, за маму сегодня. Мама кушать хочет, поэтому за маму пусть ест сегодня. Ну вот пусть за меня скушает. Да что, ну зачем ты прогоняешь? Все нормально? Ну хорошо, давай иди тогда. Бутерброди кушай, да?
Бутерброд иди кушай. Ну, да я же говорю, иди бутерброд кушай. Давай, спокойной ночи. Целую, приятного аппетита. Давай, пока. Команда моя, знаете, что...